Ингушский вор в законе Ахмед Сутулы получил очередной срок. Гагаринский районный суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима и тут же освободил от наказания за отбытием срока. Между тем, в Мособлсуде сейчас рассматривается другое дело в отношении осужденного, поэтому на свободу он так и не вышел. Напомним, что Дулат Аюла, прожив под именем Ахмед Евлоев 43 года, законник решил в 2016 сменить свои паспортные данные. Был задержан в январе 2017 в Чайхане Аль-Халяль на западе Москвы. У него был обнаружен пакетик со спайсом. Яула заявил, что наркотики подбросили оперативники. Он указывал на то, что на пакетике не обнаружили его отпечатков пальцев, а в протоколе утверждалось, что пакетик был изъят из кармана, которого на брюках задержанного не было. По истечении предельного срока содержания под арестом вора в законе отпустили под подписку о невыезде. Он воспользовался свободой и дал интервью телевизионщикам. Уже через несколько месяцев история повторилась. В августе 2018 у него снова обнаружили наркотики, на этот раз пакетик с героином. Ахмед заявил об очередной провокации. В ноябре 2018 Гагаринский суд Москвы приговорил Яула по первому делу о хранении спайса к 3 годам колонии. Между тем, в начале августа 2019-го истек предельный срок ареста законника уже по второму делу о хранении дозы героина. Примерно в это же время и возникло новое дело – занятие высшего положения в преступной иерархии, срок наказания до 15 лет. В итоге Гагаринский районный суд хоть освободил законника за отбытием срока, на свободу он не вышел и будет дожидаться приговора по новому делу. Ахмед Сутулы – одна из самых ярких криминальных личностей. В 2014-м он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». В одном из эпизодов братки хоронят некого авторитета. На портрете покойного можно узнать ныне здравствующего Ахмеда Сутулова. Кроме того, есть мнение, что он имел отношение к убийству легенды мира криминала вора в законе деда Хасана.